Добрый, рад вас видеть на канале. И как вы видите, сейчас у нас самец вердези, взрослый самец вердези, как раз он недавно полинял. Сегодня у нас 25 июля, наверное, дня 2 или 3 назад он как раз и полинял. Ну, что интересно, во-первых, этот вид сейчас достаточно редкий, и у нас как раз недавно было разведение этого вида, но самца мы брали на стандарте. Малышами как раз вчера передали. И если вам, в принципе, интересно, мы это видео выставим на канал. Поэтому обязательно пишите в комментариях. Вот. Этого самца мы ждали достаточно долго. Причем предпоследняя линька у него была где-то между возрастами где-то около 4 месяцев. А вот это вот последняя около 2. Очень быстро последняя линька произошла. В принципе, мы даже не надеялись, думали, что в лучшем случае спаривать этот вид будем осенью, а тут мы, видите, даже успеваем, в принципе. Ну, сейчас уже спарить мы, конечно, уже его не будем, но в августе, я думаю, он уже в дело пойдет. Ну и надеюсь, что нормальное разведение, потому что уже небольшой спойлер к предыдущему видео этого вида у нас будет, в принципе, потому что в последнее время вид достаточно сейчас тяжело найти на постсоветском пространстве. Ну что, всем спасибо, кто досмотрел видео до конца, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.